Мальчишки и девчонки, вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова, и я, Дмитрий Трофимов, расскажу сегодня вам очень клевую наработку. А не просто наработку, а вредных привычках расскажу вам я. О вредных привычках вашего тела, когда вы находитесь в социуме, или когда вы общаетесь с каким-то значимым для вас человеком. И давайте сразу перейдем к делу. Вредные привычки поведения тела. Понеслась. Первая вредная привычка – это голова постоянно опущена. Когда вы разговариваете с человеком, у вас подбородок ниже уровня горизонта. Когда вы идете по улице, ваши глаза опущены вниз. Когда вы, опять же, может быть, выступаете в ораторстве, ваша голова опущена. То есть ваша голова часто опущена вниз. И это плохая привычка, это ошибка. Голова как бы сжимается в плечи. Черепашечка. Когда вы разговариваете, либо когда вы взаимодействуете с людьми, у вас периодично голова уходит в плечи, да, вот постоянно. Либо плечи поднимаются высоко, это все равно считается черепашка. Ну, не черепашка, нельзя точно. Либо ваша голова опускается вниз и еще уходит в плечи. То есть вы зажимаетесь, вы боитесь, что у вас сейчас а-та-та по голове вам сделают. Следующая негативная привычка – горбатиться. Я понимаю, что если вы устали физически, день был тяжелый, и вы действительно немножко так сутулитесь, это нормально. Но если вы постоянно горбатитесь, если вы постоянно сутулитесь... Голова, да? Вот смотрите еще на меня. И я еще и сутулюсь. Как я не знаю, как вы разговариваете в таком случае, мне очень тяжело. А еще и руки вместе вот так собрать. То есть, если вы горбатитесь, это тоже вредная привычка тела, и эту привычку нужно убирать. Следующая вредная привычка. Движение рук. Ваши руки зажаты. Они в одном пространстве. Давайте посмотрим. Сейчас оператор меня снимет. Смотрите. Руки постоянно вот здесь. Даже когда вы за столом, руки ваши постоянно... Здесь немножко грязновато, не обращайте внимания. Вот здесь вот так. Да, руки постоянно здесь. Здесь руки у вас. Нет, вот не здесь. Суть одна, что ваши руки находятся в ограниченном пространстве. Они не переходят границу вашего тела. Это ошибка. Расширяете себя. Вы имеете право расширять себя. Вы можете шире сделать. Здесь оператор, ты снимаешь меня? Ты снимаешь меня? Шире действия, мать его. Следующая ошибка поведения тела – это одной рукой вы держите другую руку. Вы либо сидите, либо стоите. Но суть одна, что ваша рука держит другую. Либо так. Некоторые делают. Сейчас покажу. Вот так. Вы, там видно мои трусы? Надеюсь, нет. Вот так. То есть вы поддерживаете одну руку другой. Но некоторые еще делают вот так. Это тоже считается жест поддержки, и его не нужно слишком часто использовать. Это поза беззащитности либо слабости. И таким образом, когда вы себя поддерживаете, это говорит о том, что вы не уверены в себе и хотите себя поддержать. Иногда эта поза актуальна, но если слишком часто вы это делаете, не рекомендую. Следующая ошибка – это ваши глаза. Они опускаются вниз. При общении с людьми опускаются вниз, либо они постоянно внизу, когда вы разговариваете с человеком. Здравствуйте, я хотел бы купить у вас хлеб. Сжимаем еще плечи. Горбатимся. Руку вставляем сюда. Смотрим вниз. Я хотел бы купить у вас хлеб. Вы представляете, даже когда я это все делаю, у меня даже голос зажимается до такой степени. Это влияет на нашу физиологию. Следующая плохая привычка – это постоянно скрещивание рук, ног, пальцев. Ну, пальцы я шучу, но суть одна – постоянное скрещивание. Постоянное скрещивание, везде все скрещивается, и без этого никак. Я понимаю, что в некоторых ситуациях, когда вы действительно раздражены, может быть, вы злой, а может быть, вы не уверены в этой ситуации, может быть, можно. Но если вы это делаете постоянно, это плохо. Поэтому убирайте эту привычку. Следующая вредная привычка – это ваше выражение лица. И тут мы рассмотрим несколько вариантов. Первое – это лицо постоянной усталости. К сожалению, не могу вам его слишком сильно продемонстрировать, потому что я не устал, но у человека, если постоянно лицо усталости, это отталкивает. Отторгает от общения с этим человеком. Если у меня получится. Ну, конечно, мне какая-то обида, наверное, лица это не то, но суть лицо это усталость, постоянная усталость. Следующее лицо это раздражение. Постоянное раздражение. Это тоже очень плохо.
постоянно демонстрировать раздражение. И следующее лицо – это лицо лопатой. Никаких эмоций. Выражение лица еще можно усугубить. Это когда «не подходи, убью». Лицо лопатой плюс «не подходи, убью». Не делайте так. Это тоже, если слишком часто делать, то у вас не будет друзей и знакомых, и к вам просто нереально подойти и пообщаться, потому что вы страшный. Следующая ошибка – это ваш голос. Он зажат. И голос такой интонации, как будто вы угождаете. То есть вы не раскрываете свой голос, он максимально зажат. И вы такой весь такой: «Ну, пожалуйста, можно у вас купить хлеб?» Убирайте эту привычку. Следующая ошибка – это мельтешение ваших рук. Они постоянно где-то что-то делают. Они чешут здесь, они здесь чешут. Они постоянно около головы – это тоже ошибка. Они постоянно там берут какую-то там зубочистку, ломают зубочистку. Это постоянный процесс мельтешения. Может быть, ваши ноги. Давайте посмотрим на ноги. Покажите ноги. Тут немножко… Так, ноги. Постоянно колено трясется. В этот момент зубочистку там делаете. Покажи на меня. И опять же, с вашим что-то лицом, постоянное движение вот это, да, это, опять же, сбивает с темпа, общение становится не таким уж интересным, и кажется, что человек постоянно нервничает во время общения. Это сбивает, опять же, во взаимодействии с другим человеком. Не делайте так, убирайте эту привычку. Следующая плохая привычка – это все время смотреть по сторонам, а не в глаза собеседнику. Да-да. А как у тебя день прошел? Да. Не делайте так. Если у вас нет взаимодействия с помощью глаз, то вы теряете коннект во время общения. А вам важно, чтобы коннект, чтобы связь между вами все-таки во время общения была. Помните принцип пинг-понга. Он усиливается, если вы будете наблюдать за собеседником и смотреть ему в глаза. Следующая ошибка – это постоянно, минуточку внимания, постоянно быстро говорить. А сегодня я ходил в магазин, и там я купил очень хороший, интересный хлеб, а потом, когда я купил хлеб, я пошел купил молоко. А когда я купил молоко, то есть вы пытаетесь за определенное количество времени вставить больше информации, чтобы человек не успел вас перебить. Это признак неуверенности. Убирайте это. Иногда действительно скорость нужна, особенно в ситуации, когда вы хотите усилить какое-то, да, ваше повествование, когда, может быть, вы передаете определенные эмоции, когда у вас действительно мало времени. Но если вы постоянно говорите быстро, это плохо. Ну и еще три физиологические особенности – это привычки. Они не палевны, люди не замечают этого, но на вас это тоже влияет. Первое – это напряжение ваших плеч. Плечи напряжены, и вы это не контролируете, вы забываете об этом. Напряжение плеч передается также к вашему состоянию, и ваше состояние начинает меняться не очень хорошую для вас сторону. Вы начинаете нервничать, раздражаться и так далее. Второе – это напряжение вашей промежности. Если вы постоянно в напряжении держите промежность, опять же, неосознанно, это также влияет на ваше настроение и на ваше состояние. И третье – это напряжение вашего живота. Если живот постоянно напряжен, это тоже плохо. Нужно живот расслаблять. И кто-то мне скажет: «Дима, но я толстый. У меня, если я расслаблю живот, он вывалится, это будет некрасиво». Но в этот момент, ребята, также подумайте о своем состоянии. Если вы постоянно держите живот напряжение, это тоже плохо. Пожалуйста, тогда можете позаниматься там каким-нибудь фитнесом, убирайте живот. Но живот в постоянном напряжении держать нельзя. Ну и как дополнение, у некоторых тоже бывает, это опять же напряжены кисти. Кисти рук. Это не у всех, но такое может быть. Поэтому кисти тоже постарайтесь расслаблять. И на сегодня все. Я надеюсь, что вы еще раз пересмотрите это видео, запишите все вредные привычки, которые я сейчас перечислил, и эти привычки вы начнете искоренять из своего поведения. Если вы уберете эти привычки, ваше состояние изменится, вы станете более спокойным, более уравновешенным и уверенным в себе. Убирайте эти вредные привычки, и все у вас будет хорошо. И я, как всегда, говорю вам, ребят, я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Я желаю вам как минимум 10 миллионов долларов хорошего настроения и поменьше вредных привычек вашего тела, чтобы вы все-таки чувствовали себя в социуме, в общественных местах, и когда общаетесь с какими-то со значимыми людьми, чтобы у вас все было клево, потрясающе, классно, великолепно. Напоминаю, нужно подписаться на мой канал, если вы хотите, чтобы я еще больше снимал клевого для вас классного контента. Ставьте лайк, пишите комментарии, расскажите ваше мнение по поводу вот этих привычек. Мне интересно, напишите, поделитесь в комментариях вашим мнением. У вас также, может быть, есть вопросы, пишите в комментариях ваши вопросы. И если вопросы клевые, я их обязательно каким-нибудь образом раскрою в других видео, которые у меня будут выходить. Ну и напоминаю, у меня есть паблик, у меня есть телеграм-канал и моя личная страница. И на сегодня все. Пока-пока. Расширяете себя, вы имеете отрыжка.
шире действия, мать его.